Начинаем вскрытие последних двух блоков. Первый из них под номером 5321. Первая карта этого блока – Северсталь, Василий Кошечкин. Далее снова вратарь, Виталий Коваль, Торпеда. Металлург Магнитогорск, Сергей Гончар, ключевые игроки. Автограф. Это автомобилист Николай Пронин. Якуб Крейчик. Дебютанты. Команда Лев. Джерси матча звезд. Сергей Плотников. Локомотив. Топия Кола, Амур. Ярослав Янус, Слован. Александр Хохлачев, Спартак. Ключевые игроки, Сергей Бобровский, СКА. Бранко Радивоевич, КХЛ «Без границ», «Спартак». Атрибуты игры Евгений Малкин, «Металлург», «Магнитогорск». Еще одна карта магнитогорского «Металлурга». Сергей Бернацкий, автограф. Золотая параллель, джерси матча звезд, Сергей Плотников, одноцветный патч, Локомотив. Атрибуты игры Витязь, Джошуа Хеннесси. Марис Бичевскис, Динамо Рига. Рихард Гюнге, Динамо Москва. Ключевые игроки, автомобилист Алексей Симаков. Вратарь ЦСКА Ростислав Станя. Ключевые игроки «Югра» – Игорь Скороходов. КХЛ «Без границ» – Ника Капанин, Акбарс. И снова «Авангард» – финальная серия. И снова двухцветная джерси с автографом. Еще раз поздравляем Ивана. Третья уже, если не ошибаюсь, карта финальной серии «Авангарда», автограф плюс джерси. Вполне неплохо. Сергей Бернацкий. Автограф. «Металлург», «Магнитогорск». Если не ошибаюсь, второй уже в этом блоке. Джерси матча звезд. Серебряная версия. Антон Белов. «Авангард». И последняя карта в этом блоке –
Евгений Мозер, и снова «Авангард». Ну и, наконец, приступаем к вскрытию последнего блока этого кейса. Один из последних, я думаю, блоков, оставшихся по этой коллекции. Коллекция, безусловно, удалась. Будем надеяться, в последнем блоке нас ждет тоже что-то интересное, так сказать, на прощание. Пустая коробочка. И начинаем. Снова «Авангард», и это Никита Никитин. Рэнди Робитайл, «Донбасс». Лев, это Якуб Штепанек. Даниил Апальков, «Локомотив». И снова «Авангард», Александр Фролов, под серию «Ключевые игроки». Атрибуты игры. Лев, Якуб Клепиш, трехцветная джерси. Довольно много джерси Льва мы вытащили из этого кейса. Донбасс, Ян Лацо. Автограф, Ярко Имманин, Акбарс. Константин Барулин, также Акбарс. Ключевые игроки. Андрей Костицын, «Трактор». Валерий Нечушкин, дебютанты, подсерия «Трактор Челябинск». И еще один представитель «Трактора», Дэрон Квинт. Роман Кудинов, «Витязь». Атрибуты игры. СКА. Владимир Тарасенко. КХЛ «Без границ». Ярко Имманин, Акбарс. Джерси матча звезд. Золотая версия. Александр Королюк, «Витязь». Ключевые игроки. Игорь Радулов, ЦСКА. Максим Соколов, «Нефтехимик». Автограф. Бронислав Мезей, «Автомобилист». Стаффан Кронвол, «Локомотив». Серебряная джерси матча звезд. Дэрон Квинт, «Трактор». Автограф Дмитрия Быкова, «Торпедо Нижний Новгород». Остается совсем немного карт. Андрей Сигарев, СКА. Серебряная джерси матча звезд. Дмитрий Калинин, СКА. Ну и последняя карта этого блока, последняя карта этого кейса, финальная серия. Динамо Москва, автограф Марика Квапила. На этом все. Всем спасибо за участие. Надеюсь, никто не разочаруется итогами.
распределение по командам, на мой взгляд, довольно равномерное. Достаточно много хитов. Всем спасибо, удачи!